чего докатился мир. Такое ощущение, что это... У меня вчера был этот самый развод проводником. Я хотела сказать еще, я с Киева в Одессу, я смогу его разведу. Мы, короче, в Кубани едем, девчонки в плацкарте и мои друзья в купе. Они не успели взять купе, и типа, они там, мы там. Я говорю, ну давайте где-то скооперируемся в купе, ну, как бы, и пока посидим, потрепим, ну, а потом разбежимся. Короче, 12 ночи, забирает проводник и говорит, а-ля комендантский час. Я говорю, вы шо, где такое вообще написано? Я говорю, всю жизнь гуляют, бухают в купе и так далее. Они, ну, проходят пару минут. Начальник поезда сказал, что он вас высветит. Я говорю, прямо просто, мы завидим. Начальник, нет, какой-то а-ля там, или служба безопасности, или, ну, вот, который... Охра, ну, нет, ну, мент, который следит за, ну, в этой всей погодах и так далее. Военизированная охрана, когда. Да, да, да. Даже не лук, я не знаю. Какой-то вот человек, который отвечает за порядок. Ребята, не шумите меня. Хорошо, мы не будем шуметь. Разрешите девочкам посидеть. Ну, и мне разрешают 5 человек нельзя в купе. Ну, твою мать. Я говорю, ну хорошо, сколько вопрос? Сколько нужно доплатить? Я говорю, вопрос же, но не в том, что я говорю, подошли бы почаще, сказали, дайте денег, и все будет хорошо. Нет, и начали хуйню говорить, значит, разводить и так далее. Девочки ушли, мы остались, все хорошо. Ну, вопрос просто... А что вы вмешиваетесь в разговор? Нет, просто не нужно, неправда. Ну, не нужно как бы разводить на деньги. Нужно по-человечески сказать, всю жизнь все дают проводникам и едут, и вы довольны, и нам две. Девушка, они все проводники берут. Ну, хорошо, ну так все по-человечески решаются вопросы. А когда пытаются развести и сделать из меня дурочку, ну зачем? Я ж не губая девочка. У меня два высших образования. Я юрист и программист. Ну, как девушка, я немножко билеты и ходы в купейном вагоне. Извините меня. Полно мест в купейном вагоне. А вам жаба наш душит, что девочки пришли сюда или жаба дышит? Мы на лишний пассажир. Козятин. Козятин. Мне вообще надо все сделать хитро. Я запрос в автомативную бригаду. Да, мне... Шах и мат. Не, ну причем в чем прикол? Мне это пошло где-то в 300 гривен. А как все было? Я же купил билет еще, типа план Б. Ну, понимаешь, можно покупать билет, стоил на Черноморье, ну, до 700, 650 это. А ребята сказали, ну, окей, давай мы там пойдем в бак купить, типа, вкусняшек, и мы тебя провезем. Заебись. Чаевые. Да, ну, типа, ну, и я ехал в Одессу. У меня было такое, что я с Киева в Одессу, я не успевала. Мне надо было, ну, капец надо было. Я прибегаю к проводнице, говорю, девушка, говорит, ну, куда угодно, говорю, хоть стоя. Она говорит, котик, не могу. Я говорю, я понимаю, начальник поезда, все эти правила, говорю, давай что придумывать. Ну, я дала деньги, она придумала, и как бы я что-то, ну, это часа два я вот здесь посидела, на этом. Потом я к ней легла, когда эти все проверки закончились, и все. Ну, типа... У меня было классно, у меня было фактически, я был сам в кабине сзади. Они взяли мне заднюю кабину, но до фаста еще раз решили перейти в проект. Я езжу на поезде, там, ну, со скольки, и лагеря, ну, грубо говоря, сама 16 лет. Всю жизнь нормально договаривались, платили, делали. Есть, конечно, такие, типа... Это человеческий фактор, понимаешь? Человеческий фактор. Либо проводник договаривается и зарабатывает, и, ну, таким образом, либо он выебывается и, как бы, и сидит без денег. Ну, куда есть. Вот и все. Козят. Так же и с Машей. Нет, ну, море есть? Речка Дунай есть. Протекает речка Дунай, граничит между... Это как граница между Украиной и Румынией. Да, переплыл это из другой страны. Вот, значит. Красивый, аккуратный, ухоженный. С одним поездом Дунай. Нету ям на улице, блин, дороги ровные. Это возможно? Блин, не, ну реально умнички. Просто умнички. Сейчас домики, крючоки покажу. Ну, это фантомас. Вот эту хрену надо залить. А кто мэр изменил? А вот это не знаю, надо бухать. Я не знаю, но красавчик. Ну, это же все сверху идет. Если он сказал, и все, люди сделали. Ну, базики там ездят. У нас 6 лет как децентрализация, деньги по регионам должны раскидать. Да, что хотите, то и делать. Онлайн оплата в троллейбус, в автобусах. Карту ставилась, сняло и... В пазиках оплата бесконтактной карты. Все зависит от управленца. Конечно, да. И от смотрящих. Ну, просто вопрос, знаешь, мы там недавно с друзьями разговаривали. Вот смотрите, страна за 20 лет, да? Дубай за 20 лет, да? Как они ебанули экономику. Дубай это же этот, блин, Эмираты, да? Да, Эмираты. 20 лет. Они были в жопе, вот руины были, да? 20 село. Лет прошло, и Украина 20 лет.
Украина гораздо ярче и выгоднее находится вообще в мире. Да, Украина вообще золотое место. Оно золотое, в принципе, по всем форматам. Географически, экономически и так далее. Куча заводов осталось. Ну, понимаешь, Дубай ебануло, они охуенные красавчики. Украина что? Парс деребанили и все. Хотя мы настолько охуенные по всем ресурсам, что просто, блин. Можем быть, просто второй Швейцарией. Ну, даже лучше. Ну, это так. О, паровозик. Специальный отвоз. Хорошо, как я поясню. Причем все трехэтажные. Касается на прохлебщик. Достаточно классика сделана. Ремонт не везде. Поэтому, конечно, как внутри, я внутри не заходил. Не, ну, умнички. Все ухожено, красиво, ни одной баночки. Да, здесь. Перезано вон домик, куда не кижу. Вот приблизительно, ну, не так прям чисто, но в Харькове очень чисто. У меня девочка в этом... Я что-то видел снимать. Ну вот, вот Харьков тоже, он маленький такой городочек, особо неприметный. Но куча парков, знаешь, все чистенькое, все как-то для людей. Ну вот, ну, я реально заезжаю в Киев, и я такая думаю, блядь, ну мы же столица. Киев, это такая, блядь, жопа. Ну мы же столица. Ну ужасно. Ну мы же столица, ну ёпмака. Ну, пискама, как я его называю. Харьков просто реально охренний в плане чистоты. Даже тот же самый провинциальный городок Южный под Одессой, и то красивее. Одесса такая жопа, мне на самом деле, он деградирует. Одесса это Детройт. Одесса старая, никакая, и Одесса, в нее просто отказывается что-то вкладывать деньги. В Одессе, чтобы хорошо транспорт. Да. Они его развили, если ты в Киеве. А чем он развит транспорт? Он часто ходит и быстро. Да, он часто ходит, оно все более прекрасное. Электротранспорт особенно. Смотрится, по крайней мере, все красивее, потому что в Киеве, если ты, блин, трамвай уже минут 40, то в Одессе минут 10 он приезжает. Даже выходные все четко по графику. А Киев деградирует в этом плане. Да. Заходишь в это... Серая облупленная, вот это смотришь, этот посткод, вот это все. Типичный Лисичанск, блин. Что это Лисичанск? Это моя родина, все. Это что Лисичанск? Город в жопе, по-моему. Хуже Одесс. Вымирает он. Ну, хуже Одесс. В Измейл переезжать надо. Вот это красота оказалась. Не троллейбус, а одни пазики. Там, где одни пазики ездят. Красиво в Черновцах, он тоже сюда все аккуратнее. Мне кажется, вот люди ради того, чтобы жить в красивом Измейле, ездят в Одессу этой прямой трассой на заработки. Обратного на выходные кайфуют в Измейле. На заработки им проще уже в Румынию ездить. Ты видел, сколько иномарок гоняют по трассе? Да, конечно. В Измейле одни иномарки, паны богатые. Либо в Румынию ездят на заработки, ну, либо... Действительно, Одесса, убитая Одесса, за счет порта. Такие машины выезжают, что я просто рот закрываю. Ну, в Киеве таких нет. Паны бо. Просто, ну, такая разбитая хрущоба. Ну, поехала, блядь, поехала $200,000. Ты был в Одессе на посткоте? Нет. Поселок Котовск. Поселок Котовск. А, ебеня, ебеня, да, просто. Была, была, была. Пару раз была, да. Оно такое там все мерзкое, всыпается. А смотрели этот сериал «Мишка Япончик» про Одессу? Нет. Охуенный. Вот это весь юмор, вся вот эта движуха одесская. Рекомендую. Мне кажется, что даже Днепр поднялся по сравнению с Одессой. Днепр приаккурачивает. Днепр сделали лучше. И молодцы, приезжали. Я же помню, у меня за домом... И с трудом строят метро. Типа, до хрена хорошо, и срачи это все перебрали. Да, срачи, тоже метро. Прикинь, метро провели прям в центр, и да... Давно пора уже, на самом деле. Ну, приблизительно до парка Шевченко, плюс-минус, по Карла Маркса, понял, вдоль? Да, давно пора, на самом деле. И ебанули, и дай бог сделают. Очень там идеально, еще вторую лет надо построить. Блять, а так его начинали еще в 2000-м, понимаешь? Так потом никогда не строили. А потом бабы... Как станции и все. Да, а потом заморозили и все. Это как раз на Красном Камне самое идеальное жить, по метро близко. Ну, я Москву не в Одессе без электрички никуда не доберешься. Особенно там в будний день. Там еще и троллейбусы редко очень ходили. А с поселка Котовского до вокзала только электричкой, до центра только электричкой, все. Или здесь так пересылали. Зато электрички. В Одессе хотя бы электрички ухоженные, в отличие от Фастова. Какие вообще все в жопу полетело? Фастовская корыта. Это после Мельченко началось. Вот он первый начал закрывать трамвайные сети, дальше всякие деградируют, просто страшно. Зато за кличка галась.
Других вариантов не было. Да, ну нет. Этот Зеленский же пытается поставить своих людей. Ему хуй даст, кто поставит своих людей, ну, понимаешь? Скажем так, при Зеленском вот это децентрализация, блядь, сложное слово. Оно все-таки дает свои плоды. Распределение денег по местам. Я за него осознанно голосовала и поверила. И, не знаю, он шишками маленькими пытается все делать. Но поймите, старая власть, ну, допустим, донецкие остались, киевские остались. Он со своей маленькой командочкой что-то тык-тык-тык. Это ему видно, что он пытается. Ему жизни, блядь, не дают. Ты же понимаешь, старая власть ему пизды дает, потому что они же хотят власть своих, а он их нахуй посылает. Еще и кого-то закрыл, кого-то... Ну да, у нас эта система столько лет стала. Война такая, что просто пиздец, но я разговариваю с людьми. Это видно, что он что-то пытается, или что-то пытается закупать, что-то пытается строить. Ему не реально, его палка в колеса ставит. Потому что все хотят, блин, нажиться, да и все. Он действительно пришел, ну, как бы делать дела, а они говорят, нахуй ты нужен, и это наша кормушка, блин, все. Выстроили фактически анархию. Посмотрим, как за два года он окружную руку Киева построит. Как? Да, Киев, в принципе, очень безграмотно построен. Надо много раз, чтобы заехать, нужно развернуться, объехать, блядь, куча километров потерять, время потерять. И заторов. Еще и в пробку. Это пиздец. Да вся Украина собралась на заработки. В этом Киеве. Что тебе говорить, если жилой комплекс строят на месте бывшего радикала? Что тебе говорить, если завод? Завод, который находится на Черниговской, который работал в Сыртуке. Огромный завод, раньше был еще за Киевом еще в те времена. Но сейчас там уже, блин, там дома 30-летние, 30-х годов, типа, постройка советская. Раньше он работал с ртутью, понятно, что вся эта херня проливалась и не раз, и до сих пор это бзит, прямо за ним еще и ТЭЦ находится, и вот там строят дома. Прямо за него свечки рофлят. Во-первых, он смотрится а-ля повада, типа влюбили какую-то хрень, блин, нахрен нам нужна. А во-вторых, блин, это химзавод, и нужно его строить. Ну, а чем люди думают? Типа, ну, ты, допустим, кладешь 50, ты будешь 50 вкладывать и дышать той хуйней? Так люди ж не читают, что там было раньше. Я-то изучал, что это за хрень, что это за... Жилой комплекс вместо квитера. Дальше, в Эдубичи тоже строишь жилые комплексы. А не смущаешь, что там захоронение Тория? Сережа, выдвига военпроцессу девушке почитаю. Да. Предприятие «Укрдо Радон» принадлежит комплексу ТАЗ, Державное агентство по керованию зоной відчуження. И оно проводило захоронение Торозия прямо на Медубичевской этой промзоне, где эти заводы. Там строят дома, то есть ты как бы живешь на радиоактивном гармогильнике, ну, ладно? Я вот недавно покупала квартиру на 28 декабря. И в Киеве, ну мало того, что вот такие вещи, еще очень многие инвесторы, ну типа, а-ля идет заморозка стройки, потом, ну, во-первых, заморозка стройки на каком-то этапе, люди вложились и их кинули. Да, Варшавский, например. Во-вторых, короче говоря, не проводят... Снежок! Боже мой, как правильно называется? Ну, все коммунальные услуги. Ну, коммуникации. Да, коммуникации, потому что при государстве с кем-то не договорились, не их не подключили, а люди уже построили, все, купили квартиру, говорят, да подключат, да введут в эксплуатацию, вот. И нихуя не вот. Мне пытались спарить квартиру, которую газ уже, ну, 5 лет люди судятся о том, чтобы подключили газ. Но в новых домах газ не проводят. А? В новых домах высокие газ не проводят. В смысле? Софийская Борщаговка вся на газу, все с газовым ну, ТЦ? Ну там, да, те, которые там 14-16 этажные, ну, вот. Даже еще при СССР не проводили газ. Ну, типа, На Софийскую Борщаговку добираться еще та жопа? Не знаю, я на компьютере работаю, вот, мне пофиг. А, на сюда? Я после часа выехала. Я предпочитаю работать в офисе. Я живу не один, поэтому из дому это полный геморрой. Не, да, и еще морально. Дом это типа отдых, я не знаю. Мне дом для отдыха, для себя. Вот что-то атмосфера, согласна. Ну, сложновато. Я поработал. Я со спальни выхожу на кухню в окно, и, короче, у меня такой вид, я такая, оп, все, абстрагировалась. Прямо на закат? Ну, не закат, сейчас покажу. Такое у меня поле впереди. Там еще поле и вишневое, и железка. И слышно, как железная дорога шумит. А я живу на могильнике. Что ты, блядь, живешь? Где ты живешь? Стрелец, уже построен на бывшем кладбище. А это не было. Что за ебеня? Вот. Это, да, что это за ебеня? А я живу на них. Это еще хуже, я в Никах живу. Это еще хуже моих... Это еще... Нет, Борщага... Я от Борщаги кайфую. Во-первых,
все новенькое, чистенько. Борщага? Софийская Борщаговка. Не Михайловская. А вот в Киеве Борщага это где-то? Инфраструктура развивается, все строится, все, ну, не, молодцы, еще лет 5 вообще будет лучше Киева. И старый Киев нахуй кому-то будет нужен. Ну, то есть вся молодежь.